Погода в Магадане очень переменчива. Глобальное потепление коснулось и нашей северной глубинки. Вечерний Магадан вместе с жителями областного центра решил выяснить, какая погода будет в выходные. В субботу, 11 декабря, в Магадане облачно. Температура воздуха ночью до минус 10 градусов. Днем до 7 градусов мороза. Атмосферное давление высокое, 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воскресенье, 12 декабря, в Магадане облачно, с прояснением. Температура воздуха ночью до минус 14, днем до 12 градусов мороза. Атмосферное давление в пределах нормы, 751 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду.